Марк Твен когда-то высказался о том, что все после зимы пренепременно заболевают. И диагноз один – весенняя лихорадка. Симптом – всем все время пренепременно чего-то хочется. Ну, а чего хочется нашим замечательным женщинам, мы, пожалуй, узнаем в этот девичий период. Мы, пожалуй, узнаем у гостей нашего эфира. Сегодня это очаровательные артистки эстрады. Встречайте нашу первую гостью, которая, между прочим, приехала из столицы. Это несравненная Элен. Спасибо, привет, привет. Элен, здравствуй. Ты впервые в нашей студии. Нам очень приятно, потому что ты, на самом деле, такое привнесла дыхание весны и песни, и своим нарядом, своим внешним видом. Вот правильно говорят, это что... Это я первую оценил. Да, вот правда говорят, что, в принципе, весна, она рождена блондинкой. Я думаю, что вы такое олицетворение этой поры года. Чего вы ждете от весны? Расскажите, пожалуйста, ваше непосредственное чувство к этой поре года. И чего вы ждете от нее? Лично мои или творческие? Да. Можно и творческие ваши. То есть что у вас внутри? Внутри у меня 4 новых песни, которые очень скоро услышат наши радиослушатели и телезрители. В плане еще несколько концертов, тур по городам Беларуси. Вот, наверное, чего я жду от весны. Вот по поводу песен. Песни о чем будут? Насколько они раскрывают вот эту самую весеннюю тематику? Вы знаете, все песни в основном о любви. 90% они о любви. Абсолютно поэтому, весенняя да, песня. О любви. Но вот сказали про тур. Расскажите немножечко поподробнее, что за тур и в каких городах, на каких сценических площадках можно будет услышать и увидеть вас? Город Гродно, какой по счету, сразу хочу спросить. Вот мы еще, кстати, в городе Гродно не вели переговоры. Надеюсь, что после эфира мы как-то... Давайте заручимся поддержкой, и мы окажемся в числе первых. Да, приятно. Ну, пока у нас планируется 4 концерта. Один концерт в Минске, это 14 мая, «Песня о любви». Он пройдет вместе совместно с моим отцом, исполнителем романсов на стихи Лермонтова и Есенина. И также прозвучат мои новые и, как говорится, уже старые авторские песни, песни из кинофильмов и всеми любимые хиты 80-х, 90-х. Вот, очень хотелось бы немножечко, чуть-чуть поподробнее про папу, который тоже, в общем-то, я так понимаю, что творческая личность. Расскажите, пожалуйста, немножечко, откуда, в общем-то, пошло ваше увлечение песней и влюбленность к сцене? Ну, все пошло, как говорится, от родителей. Отец у меня изначально занимался музыкой, пел, выступал. И, в общем-то, я, наверное, с 13-14 лет уже каталась с ним. По концертам, по каким-то корпоративам, по каким-то свадьбам. Ну, короче, как у всех. Как у музыкантов. Вот. И в какой-то момент он говорит: Лен, ну попробуй, возьми микрофон, попробуй спой что-нибудь. Ну, при этом, что я уже 7 лет как заканчивала музыкальную школу. То есть немножко понимала, что такое петь фальшиво или не фальшиво. Вот. Ну, в общем-то, у меня получилось, люди аплодировали, я вышла на каком-то концерте, так все классно получилось. Вы помните это, да, первое выступление? Да. Елена, вот многие уже такие маститые артисты, они говорят, я бы не хотел, чтобы мои дети повторяли судьбу, вот мою, то есть артиста, исполнителя, то есть это весьма трудное такое занятие. Как у вас с этим, с папой? Он не отговаривал вас? Нет, наоборот, даже продвигал. То есть он предложил поучаствовать в конкурсе, набирался тогда первый состав театра эстрады, нашего молодежного театра эстрады. Вот. И я попала в этот состав, это был Василий Петрович Раинчик, в общем-то, это все вот наши мэтры белорусской эстрады. И я такая, лет 17 мне, да, 17 лет мне было, вышла на сцену, и какую-то песню я пела, даже, честно говоря, вот сейчас... «Южная ночь», там такая, «Знойная пустыня вдали, древний богатый Багдад». Это тоже была авторская песня Леонида Беляева. Вот. И мне так вообще так страшно было. Я вышла на сцену, и все сидят на меня, смотрят. Вот я такая... Блондинка, а вот скажите, да? Авторская песня Беляева. На сегодняшний момент, я так полагаю, что ваш репертуар в основном состоит из песен вашего авторства. Вы, я так полагаю, что помимо того, что имеете музыкальное образование, еще и пишете стихи, так? Стихи и музыку, но вот не все песни. Кстати, Леонида Беляева, у меня тоже есть песня «Море любви». И клип на нее снят, это тоже этого же Леонида Беляева, мы до сих пор с ним сотрудничаем. Вы сейчас слушаете первую песню про весну, это ваша? Это моя авторские. Видите, у вас внутри все равно весна, все равно все двигатели такой творчества и прогресса, да, Татьяна, и красоты. Это первая моя, можно сказать, песня, вот именно авторская, с нее, наверное, все и началось.
А вот у папы вашего, у него ваше знакомство с эстрадой, это было, в принципе, такое непосредственное, ненавязчивое, либо он сразу нацеливал или нацеливает вас на такой высокие уровни и так далее? Честно сказать, я всегда знала, что я буду петь, независимо, в принципе, от папы. Так это вы его убедили, оказывается. Да, по большей части, да. Ну, он говорит, попробуй, но я-то уже в себе вынашивала эту мысль, как это мне выйти на сцену и попробовать себя в качестве певицы, потому что мне очень нравилось, ну, наверное, как и всем девочкам, красивое платье, хорошие песни, нравится, когда люди аплодируют, когда нравится творчество. Почему бы и нет? Вы говорите, вот нравится, когда люди аплодируют. Вы уже вирус звездности почерпнули? По мне нет, похоже. Нет, конечно, но тем не менее нет. Хорошо, а расскажите про кухню. О кухне создания ваших песен, ваших композиций. Муз-продукта. Что вы пишете? Сначала текст или это сначала музыка приходит? Ну, бывает три разных варианта. Первый вариант, когда очень плохо, все не получилось, как-то там хочется поплакать, и ты садишься, и все это переносишь на бумагу. Это вариант номер один. Вот. Ну и плюс еще придумаешь какой-то мотив. Кстати говоря, это очень легкий вариант для многих. То есть легче всего на тексте поплакаться и так далее. Нет, нет. Да? Самый простой вариант – это когда делается уже, пример, как это у нас говорится, рыба, и мы на эту рыбу уже придумываем стихи. Когда есть какая-то примерная хотя бы мелодия, и ты на него пишешь стихи. Ты же понимаешь, как рифмовать, где какое слово лучше ставить, какое и сделать. И настроение текста, да? Слог, да. Вот, ну, как-то так. Это второй вариант. А третий вариант – это когда, как говорится, ты просто берешь и пишешь. Потому что надо. А на заказ, кстати, вот были у вас такие варианты? Нет. Пока только для себя, да. Хорошо. Больше каких песен? Позитивных, либо… Прошу проследить настроение, да. Позитивные. Они даже, которые писались в не очень хорошем настроении, они тоже позитивные. Назло, так сказать, печалим всем, да? Да. И они тоже о любви, в общем-то. Ну, не могу не сказать, у нас, в принципе, студию украшаете не только вы, но украшают еще и ваши работы. Живопись, вот какую роль играет в вашей жизни, и что, в общем-то, я так полагаю, очень много мартовских котов или кошечек. Расскажите немножечко вот про это увлечение. Ну, где-то года полтора назад мне очень захотелось попробовать, как любому творческому человеку, себя не только в пении, вот в авторстве. Захотелось мне попробовать написать картины. Ну, вот, Татьяна, так как-то… Полтора года только? Да, полтора года. Ну, вот, он даже на картинах написано. Нет, датированы подождите. Они, да? Нет, вру. Вот это ваши картины, как, да? Как да, время быстро идет, друзья. 17-й год. Это три года назад. Вот совершенно очаровательная кошка. У вас какая-то подготовка, наверное, была? Нет, никакой подготовки абсолютно. Все, как говорится, в помощь нам интернет. В общем-то, первая картина, вот, это я рисовала для моей мамы. 13 августа у нее было день рождения в 2017 году. Вот я нарисовала ее, как я ее вижу, хотя она говорит о том, что это я нарисовала себя почему-то. Вот, это первая как картина. Как мама еще, расскажите, оценила эту работу, этот опыт? Ну, она как-то немножко была в шоке. Она как-то так говорит, а что это? Не поверила, что да, это дочь нарисовала. Это ты купила? Я говорю, нет, мама, это для тебя. Я написала картину. Я вот тебя вот так вот представляю по жизни. Вот как-то ты всегда по большей части одна вот старалась для нас, воспитывала. Ну и судя по картине, по маме на картине, мама у вас модница, наверное, да? Модница, изысканная женщина. Ой, мама которая у нас… любит какую-то такую свободу, да, хорошее настроение, да? Да, мама у нас и вяжет крючком, и спицами, и шьет сумки, и вышивает бисером. Вот видите, сколько еще всему можно научиться, можно да? Можно магазин, Татьяна, открывать. Да, сколько всему можно научиться. Ну еще хотелось, конечно же, про котиков у него вот услышать. А почему ты решила, что они мартовские, кстати? Ну, потому что мы говорим про весну, наверное, они все-таки мартовские. Вот эта картина, она была написана, это, как говорится, портрет моей кошки Алисы. Да, то есть вот… Это кошечка. Да, она у меня давно живет. Вот и на еще одной картине тоже она есть у нас. Вот там она охотится. Охотится, да.
притаилась. Ну, это моя кошка. Олежка, покажи, может быть, нашим телезрителям. Я попробую приподнять эту картину. Как Алиса на охоте. Да, как Алиса на охоте. Вот, вот за птицами охотится. Скорее всего, это конец. Уходящий февраль. Настоящий зимний февраль. Настоящий зимний февраль. Это уже январь 2018 года. Как раз. Ну, то есть настоящая зима, не 2020. Еще есть котик черно-белый. Он у нас на черном фоне, но он уехал в Москву к моим друзьям. Вот, вот эта картина. А, вот, кстати, картину на заказ у меня первую заказали. Вот это как бы не картина, это, ну как, это картина, но это набросок. Угу. Мне один мой знакомый увидел и попросил, чтобы я ему подарила большую картину. И, в общем-то, я написала, ну, наверное, метра полтора на метр вот, вот такую картину. Только там была не одна гора, а несколько. Угу. То есть такой вот темный закат, наверное. То есть это ее проект? Да, да, сказать, да, да. Это мини-версия. Да. Мини-версия. То есть вот... Почему-то ему захотелось такая темная картина. Кстати, вот эта картина была написана в не очень хорошем настроении. Ну, она может быть не совсем темная, мы назовем ее глубокая. Глубокая. Да, не темная, а глубокая. Ну, потому это... что цвета очень красивые такие. Не белой ночью. Вечерние. Кстати, полтора года я уже ничего не писала, поэтому надеюсь. Я думаю, что после нашего эфира мы обязательно что-то должно появиться на холсте. Элен, говорят, вы очень активно снимаете клипы, то есть экранизируете свое творчество. Что касается музыкального. Вы говорите про крайний клип? Ну, я не знаю. А сколько вообще их, кстати, у вас на сегодняшний день в багаже? Вы знаете, смотря как рассматривать видео, есть очень много видеонарезок, которые, ну, похожи, в принципе, на клипы. Но на самом деле 4 клипа у меня более таких, скажем... Профессиональные. Более-менее, да. Первая «В душе весна», но я считаю, что этот клип, ну, это не клип, я не знаю, я вам присылала, вы смотрели... Это первый клип, как говорится, на первую песню, в которую было вложено 0 рублей, 0 копеек. Мы все это сделали сами. В общем-то, ну, что-то получилось, вроде ничего. Песня хорошая, клип на нее тоже есть. Второй клип – это был «Море любви», который мы снимали в Монако, во Франции. Монако. Во время отдыха, да? Да. Тоже сейчас сами... очень модно так во время отдыха снимать видео. Ставили камеру, я сама уже позировала. «Море любви» называется, Леонида Беляева. Монако, Канны, Ницца, Сан-Тропе, в общем-то, такие. Даже у меня сзади есть яхта Мельниченко, нашего миллиардера, да, у него полвторая. Ну, главное, чтобы не было яхты Мельниченко, нашего директора. Да? Почему нет? Почему бы и нет? Ну, да. Я предлагаю посмотреть, как Элен вообще представляет невероятно красивых людей. Есть, по-моему, такая композиция, да, клипированная. Да, у нас есть еще третий клип, называется «Я больше не хочу». И есть крайний клип, который снимался до Нового года. Называется «Невероятно красивые». Давайте так, не крайний, давайте пусть очередной будет. Ну, давайте крайний так, тоже завершающий. Давайте так. Хорошо. Ну, мы, чтобы не говорить последнее, говорим так, как правильно. Давайте посмотрим. Элен, «Невероятно красивые». Продолжаем наш сегодняшний эфир. И, конечно же, вот мы немножечко сейчас, просматривая видеоклип, немножечко рассказывали про закулисные такие моменты. То, что не вошло, ну, что называется, за кадром. Я очень хочу, чтобы наши телезрители тоже немножечко это все услышали. Во-первых, потому что это очень интересно. С кем вы очень снимаете, очаровательный, да, молодой человек. Расскажите, пожалуйста, про актера. Татьяна очень заинтересовала. Да, да. Ну, весна же впереди. В главной роли снимался профессиональный актер Дмитрий... Денис Барановский. Денис Барановский. Вот. Было, конечно, с ним легко работать, но все-таки, когда мужчина получается как бы, ну, не ваш мужчина, тоже кажется, ну, как-то с ним немножко... А вот здесь вот должна сработать актриса. Да. Ну, я старалась. Ваш мужчина. А он женат, да? Конечно. Денис женат. У него трое детей прекрасных. Супруга. Ну, я как бы наблюдала. Ну, если честно, откровенных сцен там не было. Ну, ничего что, такого что не увидели. Да. Вы понимаете, просто изначально у нас планировалось по сюжету, что мы целуемся. И, ну, я думаю, бы ты бы не пропустила, вот, кстати, если бы мы целовались. То есть, ну, страсти сцены, хотелось показать. Да, да, эти сцены мы вырезали. Потом вырезали еще сцену, когда вот концовка клипа, и я должна была обнимать манекен, то есть по сюжету клипа
как бы я остаюсь одна. То есть вот мы там деремся, мы там любимся, как говорится, обнимаемся, и в итоге все-таки я остаюсь одна. Но я решила, что мы немножко это все дело переделаем. Поэтому, суеверный человек? Да, я суеверный человек, поэтому я и пою как бы позитивные песни, стараюсь петь позитивные. В середине клипа Денис дарит мне кольцо, притом это действительно мое кольцо, которое мне дарили когда-то. 15-13 лет назад. Вот, ну, правда, я уже его не ношу. Но, в общем-то, кольцо осталось. Ну, что пропадать добру? Решили, что мы его, в общем-то, используем в клипе. То есть по сюжету клипа любые отношения приводят к, как говорится, к логическому своему финалу, к свадьбе. И мы вырезали концовку. То есть в итоге, как вы видите, в конце я иду к манекену, то есть я к нему иду. Я не то, что обнимаю манекена, я иду к живому человеку, то есть к своему мужчине. Да. Все хорошо. А вот скажите, Елена, вы когда просматриваете клипы со своим участием, вот свои клипы, или прослушиваете песни, вы наслаждаетесь процессом, либо вы постоянно ищете какие-то моменты, вот может там что-то не получилось, то есть вы не можете расслабиться? Я думаю, такой любой нормальный человек, любой нормальный артист никогда на 100% не будет доволен своей работой. Всегда есть какие-то нюансы. Я могу вам про них говорить, могу не говорить. То есть вы их даже не видите и не слышите. То есть это то же самое, как сегодня было, не снимайте меня сбоку, да? Да. Вот, получается, есть песни, которые я действительно в машине пою очень часто, при том это свои песни. То есть, ну, как бы, когда люди уже у меня в машине, я, ну, стесняюсь включать свою музыку, только когда меня попросят, а вот когда я одна, я уже включаю на полную и уже ла-ла-ла. Форточки открываю, да? Слушайте, да. Едет Лен. Вот как-то так. Здорово. А скажите, кто является первым критиком вашим? Вот когда близкие... вы пишете, появляются песни, клипы, стихи. Да. Стихи. Близкие, родные. Мама, папа, сестра, притом две сестры. А кто самый авторитетный критик, к кому вы прислушиваетесь? Ну, наверное, мой мужчина. То есть, по большей части, он тоже пишет музыку и где-то мне помогает. Даже у нас бывает такое, что вот он пишет припев, говорит, вот, класс, ну, на гитаре наигрывает, ну, попробуй. Притом я на музыку слушаю совсем другую мелодию. Он слышит одну музыку, я слышу другую музыку. Он говорит, нет, вот так вот попробуй, вот так вот будет лучше. То есть, наверное, так как он со мной рядом, первый критик он. Ну, далее пошла мама, то есть я всем скидываю, ну, как, нравится? Ну, мама говорит, ну, вроде ничего, ну, вот, может, что-нибудь добавь. Там, сестра говорит, ну, вот... Может, не очень современно, может, вот... Как коллективное творчество. Да, да, да. И в итоге я это все перевариваю и делаю, как я, в принципе, все равно решу, как я решила. А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что ваш молодой человек, он, в принципе, на гитаре играет и тоже творческий такой человек. Были ли какие-то задумки, может быть, вместе выйти на сцену? Да. У нас есть песня, но он немножко в другой музыке, у него не метал, трэш-метал, то есть это вот это... Ну что, очень даже синтез такой интересный. Ну, я думаю, наступит какой-то период, когда Элен захочет немножко освежить... У нас есть дуэт с Сергеем Космосом, вот по городам Беларуси мы как раз ездим с ним, это не мой молодой человек, это мой друг, с которым мы выступаем. У нас есть даже песня совместная, «Без тебя» называется. Но он тоже байкер и тоже играет тяжелую музыку. Экс-солист группы «Зеркальный остров» российская. То есть, ну, там тоже такая музыка ориентирована на байкеров. Вот. Но мы с ним поем и мою музыку. То есть он в мою музыку добавляет немножко такой... Да. Но получается очень круто. Вот по площадкам Минска мы выступаем очень успешно. Люди любят такую музыку, как ни странно. То ли, может, они соскучились, потому что вот мои такие сладкие песенки, когда добавляют... То есть они уже говорят, это уже не попса, да? И тогда они уже... Это уже что такое симбиоз интересный совместный. Вот, кстати, у нас уже договорено у Мядели, у Шачи, еще несколько городов. А Гродненский регион какими городами? Или еще пока Гродненщину вообще не... Ой, это все так сложно на самом деле. Дворцы культуры и дома культуры расписаны на полгода вперед, поэтому это надо сначала с ними совсем договариваться. Ну вот мы приехали к вам, может быть... И мы очень рады. Да, в дальнейшем как-то, может быть...
где-то ваше. Заявите о себе очень громко. А ваши ориентиры творческие, на кого вы ориентируетесь из артистов? Или, в принципе, вот вы своя и все? Нет, почему? Мне никто, чтобы сказать, что я вот иду как-то за кем-то, нет такого. То есть мне очень нравится творчество Лободы, ну, наверное, многим... Угу. Девчонкам, я думаю, что да и мужчинам тоже, 80% людям нравится такая музыка. То есть это что-то современное, вот у меня тоже низкий голос, то есть вообще мой реальный голос, хоть я высокий тоже пою, он низкий, то есть вот мне нравится. Но он лучше читается, да, это. Да, и слушается тоже. Даже по психологии он воспринимается, низкий голос лучше. Елена, спасибо огромное, что приехали к нам, спасибо за ваши песни, за ваше творчество, за вашу красоту, ее нам всегда не хватает на сцене и в жизни, и в городе, и где бы там ни было. Ваши планы, буквально вот там две минутки, ваши планы на будущее, может быть, пожелания нашим гродненцам? Ой, планы, 4 новых песни, новый клип на песню «В сердце огонь». И хотелось бы пожелать, друзья, вам хорошего настроения, прекрасного вечера. Смотрите всегда программу «Окна города». Да, «Окна города». И желаю, чтобы у вас всегда в душе была весна, несмотря на погоду, несмотря на ваше настроение. Спасибо. Спасибо. Спасибо нам и сегодня, вам. Дорогие друзья.